Вместо звездочек надо подставить цифры, чтобы получился правильный пример на умножение. Так как здесь стоит два разряда единиц, то кандидатами на звездочку будут числа, при умножении на которые будет в разряде единиц стоять цифра 6. Это может быть 3 или 8. Вот мы сделали с вами такой отбор. Мы могли бы пойти перебором. Полный перебор — это значит подставить 0, решить пример, подставить 1, решить пример, подставить 2, решить пример, и так до 9. Решенные 10 примеров, безусловно, дадут правильный ответ. Этот способ называется способ полного перебора. Но мы с вами 3 или 8? 3 или 8? 3 на 2 дают при умножении 6. 8 на 2 – 16, 6 пишем и 1 в уме. Поэтому решение состоит в том, чтобы оба этих случая записать. Если мы запишем только один случай, то нам могут сказать: вы привели неполное решение. Чтобы решение было полным, надо найти ответ и доказать, что других нет. Решить задачу — это значит найти ответ. Найти ответ и доказать, что других нет.